Здравствуйте. Fujitsu, ноутбук. Состояние отличное, новый, полностью. Запечатанный. Без каких-либо проблем, только есть микроцарапины по корпусу. Абсолютно есть обычные царапины. Сзади вот. У меня есть сертификат. Болты не крученные, не слизанные, ничего, ни разу не открывался. В комплекте только зарядка, больше ничего нет. В принципе, полностью идеальный ноутбук. По характеристикам, сейчас я вам скажу. Вот его характеристики. i5 шестого поколения. Сейчас прогрузит. Его видеокарта. HD Graphics 520. И его запоминающее устройство. В целом тут всего 150 гигов. Не троит, не тупит. Битых пикселей на экране нету. Все идеальненько. Видимо, тоже работал человек чисто для работы, для офисной. Больше так нечего. Порты все рабочие. В них даже, мне кажется, ничего не втыкалось, потому что в идеальном состоянии.